больше на акварели. Организаторы мероприятия подготовили новую коллекцию от Haute Couture. Давайте же окунемся в эту атмосферу. Вы часто посещаете такие мероприятия? На мой взгляд, не так часто просто мероприятия проходят такие. А вообще я бы с удовольствием посещал. Атмосфера супер, мне очень нравится пространство. Я не ожидал, что в акварели есть такое классное место. Вот. И, в общем-то, пространство делает 90% атмосферы. Что-то интересное. У нас было пустое абсолютно помещение. Мы очень много наслышаны были о московских, о питерских, о заграничных подобных мероприятиях. И нам захотелось сделать что-то в формате лофт. Все декорировать, сделать световые иллюминации. В общем, сделать то, что никто не делал еще в Волгограде. Расскажите о подготовке к этому мероприятию. Мероприятие готовилось заранее. Мы начали с декабря месяца. Мы долго разрабатывали лукбук тех коллекций, которые сегодня были представлены. Разрабатывали стиль мероприятия. Консультировали торговый центр «Акварель» практически по всем вопросам, связанным с имиджем, со стилем. Я уверен, что мы с задачей своей справились на все 100. Почему коллекции именно этих магазинов были представлены на вашем магазине? Потому что они были более открыты для общения. Они... скажем так, были самыми смелыми, кто не побоялся выставить свои луки на моделях, потому что были собраны именно мультибрендовые магазины. Это не один какой-то бренд был представлен на подиуме, а сразу несколько. Не все на это согласны, но, как вы видите, получилось очень интересно. Я бы советовала бы девушкам вести себя более уверенно, более раскованно, расслабленно. Обязательно ходить на занятия, проявлять дружелюбие, уважение друг к другу. Скажите, вы сегодня присутствуете здесь как гость? Мы сегодня здесь представители Sony De Russo модельного агентства. И мы сегодня здесь для того, чтобы представить конкурс «Мисс Волгоград», который пройдет 8 марта. У нас в акварели здесь. Вечеринка подошла к концу, и мы ознакомились со всеми новинками этой весны. Безусловно, мы будем самыми модными на улицах нашего города.